Ли, Берш и Ваня уже несколько дней назад были заселены в комнату нового дома. Однако ребята до сих пор так и не перенесли свои вещи. Их общение напоминает худой мир, ведь Ваня постоянно находит повод для упреков и ссор. Ты вещи собрала? Чего сидишь, улыбаешься? В прямом смысле. Сегодня заселение. Ты не хочешь заселяться? Вань, что? Проще тон в разговоре. Что? Проще тон в разговоре. Да он, по-моему, тебя ребёшь нормально спрашивает. Сука, он специально это делает. Чтобы я специально психанул и не заселились. Вещи не собирай. Сидишь. Что ты тут сидишь? Отстань от меня. Я сижу, значит, мне так надо. Мне так надо, чтобы вещи собрать. Ваня, понимаешь? Задолбал мне указывать. Задолбала ты сидеть без дела и ходить целыми днями умничать. Иди, я сижу собирай. Не без дела, ты Ваня. Ты задолбала, я понимаешь? Сижу, жду, когда чайник вскипит, дорогой. Сиди, жди, иди вещи собирай, чайник закипит, придешь, блин, сделаешь. Быстрее, понимаешь? Быстренько. Все, заселили, живем. А не будем ходить сопли жевать до конца дней. Мы уже третий день не можем заселиться. Все, Ваня, я не хочу разговаривать с тобой. Не хочешь разговаривать? Тогда не разговаривай, понимаешь? И мне не надо тогда приходить наваливать. Ой, как я соскучилась, мне плохо без тебя. Иди с Юлей разговаривай. Смотри, заняться просто нахрен нечего, понимаешь? Не можешь оправдания сейчас себе найти, да? Ты себе не можешь оправдания найти. Не можешь ты найти себе оправдания. Ты не можешь, сука, язык свой реально засунуть в задницу, да? Струнки, и сказать, Лебеженька, миленькая, давай я сейчас соберу. Что мне еще сделать? Ты вещи собрал, ты переезжай, Ваня, собрал. Собрал. Вот и переезжай. Вот и перееду. Достал уже меня, Ваня, не хочу я переезжать. Ну, господи, да. Вот это вот вышка вообще, Ваня. Это сверх мастерства, когда ты умеешь плакать, понимаешь, вовремя. Все, не буду больше плакать, Ваня, не переживай. Если ты, сука, боишься даже произнести то, что я тебе нужна, когда я у тебя спрашиваю. Ваня, это проблема в тебе, а не во мне. Проблема, я открыто кричу. Ваня, Отойди отсюда, мы разговариваем. Что ты хочешь? Иди вещи давай собираем. Че ты начал? Все, Ваня поставил. Даже не доел. Жопа. Ваня и Либерж все же стали переезжать в комнату, и неожиданно в шкафу была обнаружена зажигалка. Ссора вспыхнула тут же, ведь Иван все время подозревает свою девушку в том, что она втайне покуривает. Вань, я тебе говорю, зажигалка где лежала вообще? Да мне надоело каждый раз где у тебя она? Находить зажигалку. Ты что, не можешь их все выбросить? Я не что? Знаю, где задолбал они лежат. Поищи сейчас меня, Ваня. Задолбал зажигалками курения. Мне такая девушка и нужна, которая долбит, ходит. Понимаешь, на мышу. Чуть я ни разу опять сигаретами вонял. Фу. Сигаретами вонял. Вместо того, чтобы порядок ходить, Ваня футбол. Вань, иди в футбол играй, я наведу порядок, я успокойся, не нервничай. Задолбала, ты сказала, я 5 лет курила, пепельницу мне найдешь, это что такое? Вань, я тебе еще раз говорю, я не помню, в каких из одежек у меня может лежать, я не собираюсь вспоминать. Меня больше не тревожит. Вань, из головы, блин, тараканов своих выброси, понял? Чтобы меня не тревожить больше. Пошла в жопу. Ну вот, понятно. Вань, слушай, закрой свой рот и хватит хамить. Я не могу понять, а? Убери руки. Косички заплела, так все. Убери руки, говорю от меня. Ты что? Вань, ты хочешь, чтобы я девочка, обратно начала все переносить? Я что-то понять можешь не могу. Можешь переносить. Сука, убери медведь. А, больно! Ваня! Ну, дурак, что ли? Ты покупал? Сука, свинья, ну свинья, малолетняя тварь, просто иди на...
спокойно среагировать на то, что... Ну, если это зажигалка... Да зачем ты вот так вот орешь, Вань? Я не понимаю этого. Опять... Она меня обманывает, она ходит, курит. Вань, я тебе могу 100% сказать, что она не ходит и не курит. Объясняю, ты мне, она зачем мне вот говорит? Ты мне... Оксана, это бесполезно. Ты мне зачем говоришь, что ты еще пепельницу можешь найти? Ему главное сделать меня виноватой. А что, для чего и как, это не важно. Я тебе объясню, человек мне зачем говорит о том, что ты у меня еще и пепельницу можешь найти? Я говорю, я 5 лет курила, у меня все что угодно может быть в ящиках и везде. Не надо вот мне наваливать, хорошо? Не подходи ко мне. Вань! Ты самодур, ты можешь делать все, что хочешь. Вперед! Тебя куда несет? Вань, я говорю, вперед, делай, что хочешь. И я буду теперь делать все, что захочу, Вань, так же, как и ты. Мы наравне. Я решила. Что ты решила? Ну, отойди от меня. Вань, отойди от меня. Задолбала ты уже орать и кричать. Нормально полежи, без соплей. Задолбала, честное слово. Наоралась уже, хватит. А на поляне Иван и Либерж часто ссорились в последнее время. А сегодня выяснилось, что и гардероб Либерж Ване не нравится. Есть же что одевать. Вань, что? Знаешь что, я тебе еще раз говорю, я одеваюсь так, как я одеваюсь. Я тебе еще раз не нравится, покупай мне вещи и не трогай мои вещи. Ты уже потрогал платье. Отойди. Я отойду. Отойди, и это мои вещи, ну говорю. Что? Отойди, и это мои что? Вещи. Ты что дерешься? Я говорю, отойди, знаешь, это мои что? Вещи. Отойди от мои вещи, блин, отойди от моего шкафа, блин. Ты достал уже, Ваня, отойди от шкафа, не покупал, не трогай, ты рвешь. Отойди отсюда. Что, пьяная, что ли? Да отойди ты отсюда. Сука, ты что, мои вещи, ты что, дурная, что ли? Что я делаю с твоими вещами? Не трогай мои вещи, а меня не трогай, отойди я отсюда. Ты мне купил хоть что-нибудь, блин, скотина вообще. Вот, отличное платьице, смотри. Смотри, можно же одеться красиво, смотри. Ты жене своей покупаешь, купишь, а понял? И будешь говорить, что не так, что так, блин. Все, отойди отсюда. Оденься красиво, еще раз, блин. Светенька, смотри, вот же платьишко есть у тебя. Отойди отсюда, я тебе еще раз говорю, это мои вещи, еще раз. Как я хочу. Оденься нормально. Нормально оденься, ты еще раз, слышишь? Ты меня слышишь или нет? Сука, отойди от меня! Успокойся, Юрий, оденься нормально и все, на. Я тебя жду. Целыми днями в этом черном свете. Да при чем тут я буду тебе вещи покупать? У тебя вещи есть нормально. Ты рассказываешь. Когда ты мне будешь покупать вещи, тогда и будешь указывать, что мне одевать, а что нет. Понятно? Понятно, непонятно. Вещи есть, полный шкаф нормальных вещей. Напялила отвали эти от черные, меня. Серьезно? Черные. Вань, ходишь серьезно я тебе тонах. Говорю. Вань, ты уже все сказал по поводу моей одежды, того, как я выгляжу и кто я есть сегодня. При чем тут кто ты есть? Вань, сегодня, за сегодняшний день, 8 марта, я услышала столько комплиментов, сколько не слышала ни одна девушка. Ой, какое спасибо 8 марта? Спасибо тебе большое. Платье можно не одеть нормально. Не прикасайся к моим вещам. Объясняю, я буду одеваться вот. Так, как я хочу. Вот, красивое платьишко. Я буду одеваться я так, как говорю, я хочу. Дай платьишко. Сюда. Красивое платьишко. Дай сюда. Дай сюда, говорю. Ты что? Дай сюда, говоришь? Говорю. Ты вообще, что ли, не уменяема? Дай сюда, не прикасайся оденься, ни к чему. Оденься, я тебе еще раз говорю, нормально ты оденься. Ты мне не... При... Сука. Ты вообще, я не могу понять. Отойди отсюда, ты меня бесишь весь день. Дай сюда. Да что ж такое-то, а? Ну ты идиот, ты какой дебил. Отойди от ты меня. Ты истеричка вообще невменяемая. Все стороны, которые равен перелетят. Параллелограмм. Послали, да? Послали. Либерт, почему ты послала его все стороны параллелограмм? Параллелограмм. Я его послала, когда он пошел уже сам. Че? Понятно? Видимо, алкоголь – это губительная вещь, которая поселилась у тебя в организме и не помнит, да? Это правда? Все, хорошо,
по поводу губительной вещи. Нет, это неправда. Она говорит, это было лекарство, вы перепутали. Лекарство, ну да. Ну, значит, я неправильно рассудил, раз это было лекарство. Ваня, моя мама ругается. Твоя мама ругается? Да. Ну, я сейчас еще с твоей мамой, если поговорю, она тебе... Не, она сказала, что не стоит ссориться нам с тобой. Ну, не стоит ссориться. Да. Тогда вообще не надо. Конечно. Мне мама сказала, что вообще, когда она с папой, прекрасно. Я с кем разговариваю? А? Слышишь меня? Ты меня слышишь? Ты со мной не разговариваешь? А что с тобой разговаривать? О чем с тобой разговаривать? В смысле, ну... Ну, о чем с тобой разговаривать? Не о чем. Не о чем мне с тобой разговаривать. Мы перестали разговаривать и общаться? Да. Вообще навсегда? Вообще навсегда. Что ты от меня хочешь? Я от тебя хочу... Что ты от меня хочешь? Объяснений. Объяснений я от тебя вчера хотел. Сейчас мне ничего не... Вчера я к тебе подходила, Ваня. А что ты сделал? Сказал какую-то тупость на сцене и побежал, недовольный. Прости, когда я насобираю денег, тогда я к тебе подойду разговаривать. Денег ты насобираешь? Ой, как мы заговорили, Ванечка. Ну, знаешь, в таком случае, когда я, не знаю, наберусь культуры, когда у меня появятся достойные вас шмоточки, тогда я к вам подойду. В таком случае, так получается? А про недостойные не надо, нужно красиво просто одеваться. У тебя полный шкаф вещей. Можно было одеть другое. Я, по-моему, вчера прекрасно выглядел. Ну, это тебе доказывается. Я тебе еще раз говорю, ты сейчас вспомнишь все мои смертные грехи, чтобы от себя отвести взгляд. Чтобы от себя отвести взгляд, Ванечка. Выслушать меня. От того, что вот твоя вся воспитанность. Воспитанность моя. Я тебе серьезно говорю, Ванечка. Серега. Ты собрался поздравлять. Сказать вообще да ничего. Потому что ей правда лазает. Хотя бы чуть-чуть. Леша, мы разговариваем, можно мы сами поговорим, ладно? Можно мы сами поговорим, Леша? Ставьте какие-то, он мужчина, ты женщина. Да ей равна давай, давай немножко. Она мужчина, я еще раз говорю. Вот немножко я должна закрыть ротик, да, и говорить. Да, дорогой, конечно же, выезжай без меня на выезд. То есть ты длинно языкаста, я тебе еще раз говорю, я тебе язык укорочу твой. Ваня, обращайся с девушкой так, обращайся с женщиной так, как ты хочешь, чтобы обращаться к моей дочери, понял? Запомни это раз и навсегда, Ваня. Я говорю, обращайся с женщиной так, как ты хочешь, чтобы обращались с твоей дочерью. Я тебе еще раз говорю, я таков, каков я есть. Чем быстрее ты поймешь, тем лучше для нас обоих. Вот я тебе еще раз говорю, Ванечка, обращайся с каждой женщиной так, как ты хочешь, чтобы обращались с твоей дочкой. Я тебе еще раз говорю, у тебя даже нет элементарного уважения к подруге. У меня есть уважение к мужчине. Когда вы орете два барана, я тебе еще раз говорю, я тебе замечание делал, не ори. Ваня, ты даже сейчас сидишь, я с тобой разговариваю нормально, ты, сука, не слушаешь меня. Ты нормально? Я тебе еще раз говорю, все, я с такой девушкой не хочу встречаться. Мне такая девушка не нужна. Забирай вещи и съезжай в женскую спальню. Я тебя услышала, не хочу жить с такой девушкой. Все, я тебе сказал. Не разговаривай со мной, пожалуйста. Окей. Все. Вань. Ваня, имей уважение к бывшим отношениям. Посмотри на меня. Ну, хватит, а, эмоционировать. Ты наказать меня хочешь так, что ли? Вань. Горбатова могила исправит. Ну и куда пошел ты? Вань. К чему шло все это? Иди. Вань. Нет. Ну можно тебя на мгновение? Нет. Ну буквально. Нет. Идем, дойдем до нашей комнаты. Я не хочу. Вань, честно. Идем. Вань, я не сходи. Хочу, Лигарь. Идем, я тебе серьезно говорю, я не хочу. Пойдем поговорим, нет, Вань. Нет, я не хочу разговаривать. Чего? Я тебе серьезно говорю. Ну давай не ломайся. Я не ломаюсь, я не хочу разговаривать. Вань, просто поговорим и придем к какому-то, ну, логичному завершению. Ну, я не, сейчас я не нет желания. Тебя.
Вань, настроение. Ну не всегда бывает так, как ты хочешь. Бывает иногда моменты, когда нужно делать. Вот я сейчас делать. Не хочу. Ну, пожалуйста, пошли, не отказывай. Я тебе серьезно говорю. Вань, не вставай, пойди, знаешь, как неприятно. Ты вчера платье не хотела одевать, а пожалуйста. Вот сейчас не хочу разговаривать с тобой. Вань, пойдем, пожалуйста, все. Поговорим, нет. А потом решим, платье, не платье, нет, где все, что. Нет, все, не хочу разговаривать. Давай помудрее немного себя вести. Нет. Серьезно говорю, наши отношения мудрее в наших руках. Мудрее надо было раньше. Вань, наши отношения в наших руках. Мудрее я поняла, нужно было я осознала раньше. Вчерашнюю ошибку свою. Я сейчас к тебе подхожу. Нет, и я делаю. Не хочу разговаривать. Вань, ну почему ты на уступки не идешь? Ну что ты как в первом классе сам дробь? Ну что ты, пожалуйста? Мне ну, что не хочется, я сейчас говорю, что мне не хочется мне ничего. Вот на тебе 15 сантиметров и ходи вот по щебенке. Вообще вот. Так тебя мужики хотеть будут, ты понимаешь? А когда ты ходишь и смотришь на эти спартачи и думаешь, еще ходит материться и будет. Бухает, и за гаражей курит, ходит. Всегда... Это очень прикольно, я не могу. Она... Хочешь таким мужиком быть, который будет вот такой? Тебе нужно? Вот с Колей ты жила. Ты с Колей жила. Тебе хотелось с пьяным мужиком жить? Нет, не хочу, блин, с такой девушкой быть. Она не пьянь. А я тут не в пьяне, тут суть в пацанстве. И недопонимание. Человек не может меня слышать. Вань. Я никуда не пойду, не хочу. Вань, все. Вань, ну что там, ну Вань, она хочет себе сюрприз сделать. Девчонка, не надо мне сюрприз. Ну девчонка старалась. Ну, надо Вань. Было раньше ну, стараться. 8 марта Либерж выпила, значит она алкашка. Подожди, ты пошла его пригласила на романтик, а он сказал, ты вчера не хотела платье одевать, а я сегодня с тобой разговаривать не хочу. Я говорю, мы решим разве проблему так? Вот, у вас вот, очень видишь, я не могу, я говорю, ты хочешь, чтобы я вот так выглядела? Он говорит, я хотел, чтобы ты так выглядела. Я говорю, мне некомфортно в этом. Я не считаю, что это красиво. Да, по-моему, красиво очень. А сегодня с чего бы это стеснялась спросить? Вот это все. А? С чего это ты платье решила Вань, одеть? Ты хочешь... Ты мне просто ты, скажи, ты, с чего тебе бы тебе больно это? Вчера было? Ты решил мне сегодня сделать я больно, я тебе говорю, правильно? С чего это ты я сегодня говорю, так потому решила? Потому что я поняла, что вчера я была неправа. А, поняла. Да. Значит, Вань. Только так до тебя нужно доносить? Нет, не так. А я, как? По-моему, с утра поняла уже. Да, по-моему, ты когда ничего к тебе не подошла поняла. И попыталась поговорить. Вань! Ваня! Да! Сука. Давай, напяль свою спартачи, стань перед зеркалом, покривляйся. А это не твое дело, ясно? Да не гони, ты что платье напялила? Не твое дело. Не гони, ты что, тебе платья не идут? Ты что, гонишь, не что ли? Не для тебя одеваю. Спартачи. Не для тебя одеваю. Спартачи напяли. Не для тебя одеваю. Спартачи напяли, покривляй лицо. Ты лучше думай, что оденешь получается. При встрече. Я тебе еще раз говорю. Спартачи одень и покривляйся. Я тебе еще раз тебе говорю. Тебе идет очень кривляться. Ты лучше задумайся, что ты оденешь, когда на выезд поедешь. Я тебе еще раз говорю. Понятно? Я тебе еще раз говорю, кривляйся. Вот иди. Завтра поедешь, вот тогда вот и думай. Перед зеркалом кривляйся, иди в спартачах. Где кривляться? С кем иди. Кривляться? Я сама решу. Иди серьезно, кривляйся, он фу. Да прям фу. Фу, это ты, фу. Вань, когда уезжаешь. Фу, фу. Иди кривляйся. Нам фу. Больше не хватит. Иди читай, ладно, Вань, фу. Чтобы можно было диалогом разговаривать. Да? Ладно, как-нибудь культурно без фу. Ваня, открой, пожалуйста, двери, это перебор. Слышишь? Вань! Головой! Пожалуйста, открой дверь. Головой, говорю. Я говорю, пожалуйста, открой дверь, а? Да. Да ничего. Ты мне просто скажешь... Вань, я не накрасилась еще. Открой дверь, блин. Не ломай дверь. Слышишь меня? Ваня! Дверь не ломай, говорю. Я говорю, я не накрасилась, открой дверь. Ты ну, я же не виноват, что ты так себя ведешь. Слышишь меня? Слышишь меня, ты? Пожалуйста, открой дверь, говорю. Я говорю, я не виноват, что ты себя так ведешь. Я тебя, пожалуйста, прошу, все, хватит, давай без шуток, открой нет. Дверь. Я всю долю свою оставляю вообще. Пусти меня, пусти меня, домой, домой пусти меня, понял? Домой, пусти меня. Домой, пусти меня.
меня. Держи руки от меня, убери. Отойди. Домой, домой тебя не пущу. Руки убери. Домой, убери. Пусти руки меня, убери. Говорю. Руки убери, я заплатил. Зачем тебе это? Ты что делаешь-то? Дай сюда. Ну хватит, а, пожалуйста, блин, а. Что там опять? Не надо, ну, сам вместе посмотрим. Ну что, нет. Вот это вот, да? Нет. Отойди, я просто это, сейчас по-любому почитаю. Дай телефон. Да, я почитаю. Еще раз, да? Придурок. Вань, ты идиот, ты грубый хамло, блин, иди отсюда. Ну ты что такие эти читаешь-то, Вань? Что? Ну что ты читаешь, да, я пошла. Что? Ну что, уже все прочитал. Обещай. Дай. Вань, ну дай, что? Ну прочитал же все. Еще внизу почитай, ничего страшного. Вань, ну дай, пожалуйста, телефон. Внизу, а? Почитай. Ну не издевайся надо мной, видишь же то, что нервничаю. А что ты нервничаешь? Ну есть потому что скрывать? Ты меня... Нету ничего скрывать, потому что это мой телефон личный. Есть что скрывать. Вань. Тут только что голову себе чуть не разбила сама, блядь. Ты мне я чуть тебя не разбил. Блядь. Ну дай, пожалуйста, а. Я смс-ку буду отправлять. Кому ты будешь смс-ку отправлять? Телочкам. Телочка. Че, жалко, да? Вот. Как хотел Ванька-то Либер сделать-то? Вообще опять обосравшим. Вы чё в носу, а? Фу, на. Ты чё делаешь? Твоя. На руке. Ударился? Козюлькин. Отстань, иди. Вот, смотри, у тебя она. Вот, вот она. Смотри, как я могу играть. Смотри, вот, смотри, как я. А вот на волосах повисла. Запуталась. Чё, не нашел ничего, Ванька. Да. Вот так. Зачем, Варя? Вот так. Ну а Винцестов Ингушановский по-прежнему отказывается от своей супруги Екатерины. Более того, маленький маг завтра же собирается подать заявление на развод. Но чтобы это испытание прошло для него в нормальной обстановке, Венц попросил позволения ведущей переехать на время в городские квартиры. И обсуждение этого заявления Ингушановского вызвало скандал в другой паре – Либерж и Вани. Ты чё мне рот затыкаешь? Офигеть, молча, говорит, сиди. Ты чё, а? Что ты мне показываешь? Попутала? Молча домой, сиди. Сюда, убери. Домой, говорю, зайди. Убери ты руку. Вань, ты чё делаешь, говорит? Ты чё, ты мне молча ты говоришь? Попутала? Ты меня оскорбляешь. Сука, ты чё, попутала? Да, иди ты меня, сука. Да отойди от меня, я тебе говорю. Ты чё, ты дурак, что ли? Отойди от меня! Чё, ты Да отойди от меня, сука! Вася, дурак! Варя, ты посмотри, сука! Уйди от меня! Чего ты не шипаешь меня? Сука, отойди, говорю! Козлю! Да иди ты, козли, из себя! Вот, блин, реально, сука! Задолбала. Ты же, я с тобой не хочу жить больше, отвечай, все. Ha ha.
сука, дверь открой. Хрен тебе. Ты что, а? Выходи из комнаты. Отойди от меня. Вон, я тебе говорю, отойди от меня. Да. Отойди от меня. Да ты заново начал. Ася, ты задолбала. Если ты будешь жить, будешь. Да уйди, не буду, собирай вещи, уходи. Сука ты. Сука ты бестолковая. Тебе еще раз. Тебе еще раз говорю, сука. Ух ты, сучара. Какая, а? Я теперь понял. Иди с Самсоновым живи, понял? Сучара, на случай, если тише будет, я тебе, сука, ни слова ты, не сказала сучара, плохого. Я ни слова плохого не сказал. Поднялся наверх, я с Лерой разговаривал. Ты мне начала рассказывать, я тебе еще раз объясняю. Ты повернулся ко мне и с надменной рожей сказал. Я тебе сказал. Рот закрой, я сам в курсе, тише будь. Слушай ты, тише будь. Ваня, будь ты тише, понял? Тебя охладить я не могу, Ваня, или как? Я все сказала. Тебя охладить, девочка. Ты смотри, раздухарилась сильно или как? Охлажу тебе сейчас. Я поняла, откуда у тебя это все. Все, я тебе еще раз скажу. Никуда мы не едем. Да все я нормально. С тобой даже жить не хочу. Конечно, боль, да ты после приезжай, такого поведения. Приезжай, тебе еще раз говорю, фу. Я ничего. Ты перед людьми опозорилась я только что. И меня опозорила своим поведением. И тебе объясняю. Ты позоришь ты себя, позор когда вообще мне всего, затыкаешь рот, все, что и меня можно. Ни во что не говорю. Ставишь. Понял? Ты позор, все. Вань, позор ты, когда открываешь свой рот и начинаешь позорить меня, девушку, с которой живешь. Я тебя позорил, ты живешь со мной. Начинаешь рассказывать, что ты там стоять внизу. Я тебе слова не сказал. Я тебе слова не сказал. Слушать научись, Валя. Я не собираюсь тебя слушать. Валя, слушать научись, я тебе еще раз. Я не собираюсь тебя слушать. Это меня сейчас услышишь, я тебе еще раз. Ну что делаешь, Валя? Успокойся, я тебе еще раз говорю. Услышишь ты сейчас меня? Слышишь меня? Не слышу, не хочу я даже слышать. Не хочу, не хочу сказать. Никак, а больше не хочу дальше разговаривать. Да я понимаю, что ты больше не хочешь не хочу, разговаривать. Все. Но когда-нибудь же придется говорить. Когда-нибудь придется. В смысле, когда-нибудь придется. Давай поговорим и решим сразу. Не хочу. А я тебе уже все сказал. А я завтра перееду и все, и не хочу дальше строить. Не жить да с тобой, ничего. Уже, все. Я не жить, не строить отношения. Я Нет. прекрасно понимаю. Цирк не надо этот. Чтоб ты меня выставляла клоуном, доводишь меня с того, чтоб я срывался. Вань. Все, я тебе еще раз. Почему ты срываешься? Ты сам себя услышишь, я разговаривала с Лерой. Как ты оказался в этом разговоре и по какой причине ты мне начал так по-хамски закрывать рот? Не по-хамски закрывал, я с тобой говорю, я сам разберусь, и у меня в голове, я тебе еще раз говорю. Вань. Все. Я тебе сказал, я не хочу с тобой разговаривать. Мне не надо выставлять идиотом перед всеми. Перед ребятами, Ваня, перед коллективом, я тебе еще раз говорю, цирк а мне не меня нужен. Я тебе еще раз сказал. Ваня, кем ты я никем тебя не выставляю, а когда ты вот это орешь на меня и мне говоришь, кто я такой, и пошел я куда, и кто меня родители воспитывал, это уже не я твое не дело. Я не говорила про родителей. Ты мне, сука, не я надо, не когда ты заходила и закрывалась в комнате, я тебе еще раз. Я тебе отвечаю, я не говорила да, про отвечаю, родителей, тебе единственное, раз, что я дальше, сказала, отвечаю. Поднимай руку на своих родственников, вот что я тебе сказала, но никак не на меня, Ваня. Тем более. Я не коплю уважения, вообще ничего не коплю. Не люблю, ни с кем не жалуюсь. Я просто понять не могу, для чего ты это делаешь? Не можешь понять, так пойми. Ну вот я пытаюсь понять, поэтому и спрашиваю, Вань. Объясни просто мне, где-то я не догоняю, может, что-то. Ничего действительно, тебе что я не такого собираюсь. Ужасного тебе сделала Объясни. По жизни вообще, да? Что у тебя такая ненависть ко мне идет. Ничего тебе не собираюсь объяснить. Почему? Вань, я-то отойду в сторону. Я не спорю, я не претендую на то, чтобы. Там, не знаю, жить долго и счастливо, потому что я, как вижу, у тебя близко даже в голове этого нет. Просто объясни мне, что я тебе сделала, чтобы, может быть, я в дальнейшем знала. Чтобы не допускать таких ошибок. Что я тебе сделала, что появилась такая ненависть в глазах? Вань. Ты нормальный человек вообще, а, Вань? С тобой разговаривают,
Ты зачем это делаешь? Что ты хочешь? Мне просто меня? Скажи. Отстань, я от тебя меня. Ничего не хочу, это ты от меня отстань. Отстань от меня. Мадам, на чем вы что спали, мать? А? А я сегодня здесь ночу, она в женской. С чего это ты решил? Я так решил. Вот это по-мужски. Нет, вот. Саша, а ты сейчас что подсказываешь Ване? Ночевать в мужской спальне? Да ты что? Вот это Арзанчик. Сука. Сбивайся, придурок. Смотри, как. Иди отсюда. Смотри, дерет. Ничего не делал. Я не могу, блин, Вань. Ты что, издеваешься надо мной и ржешь? Не издеваюсь. Вань, если тебе все равно на меня, я тебя отпустила, уйди тогда достойно. Ты меня отпустила? Уйди достойно тогда. Отстань от меня, что ты тут реагируешь? Я тебя не трогаю, ты издеваешься надо мной. Я тебя пальцем не трону. Слышь? Я тебя пальцем не трону. Вань. Что такое? Ты стебешься, ты реально стебешься. Я говорю, образом? Если мужик и решил для себя, что все, мы кончили не наши говорить. Отношения, собери Саша. Вещи и уйди спокойно, молча, я без всяких предъяв. Я хочу остаться здесь. Я хочу остаться здесь, да. Это неуместно, Вань. А уместно, вот, когда ты уйдешь, Вань, будешь жить. Я не спать. Собираюсь уходить, не я от тебя отказываюсь, тебе пофиг на меня. Ты хочешь закончить отношения, собери вещи и заканчивай тогда. Достойно. А не как ты еще и стебется, ну, понимаешь? Отказался сейчас, сказал, что мы расстаемся. Ага. Все, у нас больше отношений не может быть. Меня отпустила и еще стебется. Так собери а вещи, каким образом иди красиво. Я тебя стебусь? Ну, пожалуйста. Ну, каким вот, образом я тебя стебусь? Ты меня выгоняешь из комнаты. Каким зачем? Образом? Ты меня выгоняешь из комнаты. Зачем? Каким? Где я тебя выгоняю? Ну, я тебя выгоняю из комнаты? Нет, да. Ты мне говоришь, что я буду ночевать в женской. Закрываешь дверь. Зачем нет, ты а закрываешь вообще, дверь? Фига, вы, мужики, когда с нами ругаетесь, закрываете эту квартиру. Да пускай. Вы что, хозяева Медной горы? Да. Ничего за душой вот, нет там, ну, за периметром. Ну, так здесь имеют, типа, четыре стены и думают, все, ну, ты здесь мажешь. Вы разделяете вдвоем вот. Этот периметр да. четырех стен. Поэтому да. не надо закрывать, чтобы девчонка бедная по морозу выбивала через венцовскую комнату балкон. А не я... кажется, что да, ты вас много на себя берете? Это вы просто доводите тем самым тебе. По кайф, вот это все я видеть! Просто... Я не могу себе так вести, для меня это, я не знаю, дико. Для меня тоже дико, когда так все происходит и получается, видимо, действительно, не срастуха какая-то. Прям пытались, старались, мучились почти 3 месяца, серьезно, Вань, но ни к чему хорошему так и не привело это общение. Опыт. Хоть что-то хорошее. Согласна. Ну, вот первый раз вот к единому решению пришли, видимо, да? Я думаю, нормально общаться будем. Почему нет? Поможешь мне? А? Поможешь мне? Конечно. Прямо сейчас? Ну, сейчас я соберу вещи. Вот я как раз порядок в шкафу. Компьютер я тебе не понесу, сразу говорю. А я здесь поживу. Смотри сам.